Привет всем! Добро пожаловать на уроки по йоге для беременных. Меня зовут Анна Сулейман. Начнем. Опускаем наши ножки, стопы на ширине таза. Можно шире. Чем больше у вас рог, тем шире ноги, так, чтобы вам было удобно и у вас было пространство для вашего животика. Вторые пальцы на ногах смотрят точно вперед, не первый, вторые. Слегка сгибаем колени. Я повернусь боком, чтобы вам было лучше видно. Копчик тянем вниз, в сторону пола, то есть не прогибаемся в пояснице, наоборот, подворачиваем таз на себя, расслабляем плечи. Подбородок тянем слегка вниз в себя, вытягиваем макушку вверх, в сторону потолка. Хорошо. Так, как будто мы слегка присели на стул, но при этом голова тянется вверх. Руки через сторону. Вдох. Выдох. Колени смотрят точно вперед, не заваливаются ни вовнутрь, ни в разные стороны. Вдох, руки через стороны. Выдох. И еще раз вдох. И выдох. Мягко открываем глаза и разминаем шею. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Меняем направление. Вдох. Мягко, аккуратно. Не сильно. Выдох. Вдох. Вперед тянемся хорошенечко, подбородком к груди. Вот когда голова идет назад, вот здесь больше вытягиваем, получается, область между наших бровей вверх в сторону потолка. То есть не просто заваливаем шею назад, а вверх и назад. Выдох. И еще раз. Вдох. Вверх и назад. Выдох. Отлично. Выпрямляем коленочки. Руки на пояс. Вдох. Правая рука вверх. Выдох. Вдох, вытягиваемся сначала вверх, а потом в сторону. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз вдох. Выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Оставляем стопы на ширине таза. Я повернусь к вам боком, чтобы лучше было видно. Вдох. Поднимаем руки вверх. И выдох. Садимся вниз, как на стул. Подкручиваем копчик. Не прогибаемся сильно в пояснице. Вот так. Колени смотрят точно вперед. Не заваливаем их вовнутрь и не разъезжаемся. Вот таким образом. Ручки вверх. Хорошо. И поднялись. Еще раз. И вдох. Выдох. Присели. Молодцы. Поднялись. И еще раз. Вдох. И выдох. Присели. И остались здесь на 10 секунд. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7. Не забываем дышать. 8, 9, 10. Поднялись. Отлично. Руки вверх. Вдох. Согнули колени. Выдох. Опустили ладони на бедра. Опустили ладони на пол. Хорошо. Поставили руки на кончики пальчиков. И вытянули колени. Выдох. Опустили голову. Расслабились. Хорошо. Согнули колени. И шагнули назад левой ногой. Поднимаем корпус вверх. И выходим в позицию воина. Руки в стороны. Вдох. Поднимаемся вверх. Выдох.
колено переднее точно смотрит вперед, нога, которая находится сзади нас, плотно прижата к полу, таз поворачиваем в сторону передней ноги, вдох и выдох, и еще раз вдох и выдох. Хорошо, опускаем руки на пол, поднимаем сзади пятку вверх и опускаем колено на пол. Отводим назад правую ногу, встаем на четвереньки, кошка-корова. Вдох, прижимаем стопы к полу, выдох, прогибаемся в спине. Вдох, расслабились, выдох, выдохлись, вдох, выдох, вдох. Выдох вверх. И еще раз вдох. Отталкиваемся руками от пола. Выдох. Раскрываем плечи, лопатки соединяем. Вдох. Расслабились. Выдох. Выдох. Хорошо. Поднимаем руки на кончики пальцев. Шагаем вперед правой ногой. Поднимаем сзади коленочку и шагаем вперед левой ногой. Раз. Руки на бедра. Спина круглая, медленно поднимаемся вверх, раскрываем плечи и встаем. Последняя поднимается голова. Хорошо, мы сделали на правую сторону, теперь сделаем на левую сторону. Поехали. Ноги также оставляем на ширине бедер, либо шире. Руки через стороны вверх, вдох. И садимся вниз, выдох. Опускаемся руками на пол. Вдох, выпрямляем колени, выдох, расслабляем шею. Вдох, сгибаем колени и шагаем назад правой ногой. Раз, хорошо. Левая нога согнута, коленочка точно находится на линии со вторым пальцем. Смотрите вперед, раскрываем руки, воин. Сзади нога прямая, ровная, колено подтягиваем к себе, пятку прижимаем к полу, вдох. Расслабились, выдох, согнули колено. Вдох. Выдох, согнули колено. Таз тянем в сторону левого бедра. Вдох. И еще раз выдох. Молодцы. Опускаем руки на пол. Сзади поднимаем пятку. Опускаем колено на пол. И отводим назад левую ногу. Хорошо. Кошка-корова. Вдох и выдох, прогнулись в спине, смотрите вперед. Вдох, расслабились, выдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, расслабили спину, выдох, отлично. Поставили руки на кончики пальцев, шагнули вперед левой ногой, раз. Подкрутили пальцы ног на правой ноге, подняли коленку и шагнули вперед, два. Хорошо, ноги на ширине таза, можно шире. Опустили руки на бедра, спина круглая, голова висит. Медленно поднимаемся вверх, колени согнуты. Последняя поднимается голова. Раскрываем плечи и только потом выпрямляем колени. Молодцы. Руки через сторону, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз вдох. И... Тренировка закончена. Спасибо. До свидания.